кажется, на цыпочках Новый год. Будет он встреча с тобой непременно рад. В этом обновленном красивом зале. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, мои будущие зрители! Мы рады приветствовать гостей и жителей нашего города на открытии нового кинотеатра. Приглашаем на сцену почетных гостей! Слово для приветствия предоставляется главе Мариинско-Посадского района Николаю Петровичу Николаеву. А также на сцену мы приглашаем министра культуры по делам национальности и архивных дел Чувашской республики Яковлева Константина Геннадьевича и заместителя главы администрации Мариинско-Посадского района Алексеева Владимира Николаевича. Уважаемые горожане, дорогие друзья, в преддверии нового 2017 года, когда в историю уходит 2016 год, для нас огромный большой праздник. Сегодня мы открываем вот этот кинотеатр именно для жителей, в первую очередь, нашего города, для жителей нашего района. И пользуясь случаем, я хотел бы выразить огромную благодарность министру культуры по делам национальности и архивного дела, потому что именно по идеологам вот этого, будем говорить, нашего праздника был Константин Геннадьевич. Действительно, огромные события в культурной жизни нашего района, но и не только в культурной, потому что в наше сложное время не так много таких событий. Но я считаю, именно Мариинско-Посадский район является центром культурных событий нашей Чувашской республики. И этим мы должны гордиться, к этому мы должны идти, над этим нам надо работать. И у нас неплохо получается. Я желаю всем нам, конечно же, успехов в культуре и во всех наших добрых делах. Спасибо.